Што даводзіцца перажыць маці, якая нараджае дзіця з вагой, напрыклад, у паўкілаграма? Страх, паніку, адчай. А ўжо потым прыходзіць вялікае, як мацярынскае сэрца, вера ў тое, што ўсё абыдзецца. Дзіця падрасце, набярэ неабходныя кілаграмы, і ўсе пакуты можна будзе пакінуць у мінулым. І такую глыбокую веру часцей за ўсё дораць неанатолагі, людзі, якія выратоўваюць гэтыя маленькія жыцці. У педыятрычным аддзяленні для неданошаных дзяцей Гомельскай городской клінічнай больніцы номер 3 пабывала Марына Джалая. Есть редакционные задания, после выполнения яких ты становишься іншим. Обостряются почути, которые долго потом не отпускают. Наступный сюжет с этой категории. Разом с оператором мы прошлись по палатах, где находятся мати со своими тарапышками. Размова об детях, которые родились ранее, чем треба. У вынику их вага может складать усяго несколько сотню граммов. Например, у Гомельской городской клиничной больницы номер 3 самый маленький новонароженный сёлета важил 840 граммов. Летость минимальная вага малыша, якого выходили у отделения, складала только 430 граммов. Дети отстраиваются, они растут, и они нагоняют своих сверстников. Мало того, они обгоняют их. По одной простой причине. Родители недоношенного ребенка всегда занимаются с ним гораздо больше. И вот этот элемент все-таки занятия с ребенком, он дает свой положительный результат. Дети очень умные. Да, у них могут быть проблемы, прежде всего, зрение. Небольшие проблемы могут быть по каким-то неврологическим нарушениям и в небольшом проценте детей. Ну, в общем-то, и все. Да, слух могут быть, да, могут быть нарушения со стороны слуха, тоже процент очень небольшой, где-то около 6%. То есть, конечно, эти дети есть, но если взять доношенных детей, они тоже болеют, у них тоже могут быть достаточно серьезные проблемы. Вось у гэтым кювезе пакуль пусто, але хутка сюды привязуць немауля з рэчыцы. Дзіцяці патрэбна крыху дарасці. Каждую смену к нам поступают дети с нашего роддома, с нашей реанимации. Но сегодня мы ждем гостя из рэчыцы. Вот, мы подготовили, как обычно, как бы это наша работа. Ставим квес, ставим аппарат, монитор, леонемат, все необходимо для того, чтобы следить за ребенком. Пульс, дыхание. Здесь на табло у нас видна влажность, температура. Татьяна Быкова народила своего першенца Ягора 19 жнивня. Хлопчик важил 2 килограммы. Молодая мать каже, что спочатку вельми хвалявалась за его здоровье, але зараз серьезные переживания застались у минулым. Малыш набирая вагу, развивается и хутка отправится до дому. Пневмония прошла. Лекарства отменены, набирает вес уже постепенно, уже 700, около 700 грамм набрали с момента рождения. Вот. Ну, стараемся кушать, учиться еще, не умеем кушать. У гэта аддзяленне могуць прыходзіць бацькі, бабулі, дзядулі, сёстры, браты, немаўлят. Тыя, чыя прысутнасць, пяшчота і ўвага будуць спрыяць паляпшэнню самаадчування маленькіх. Калі палата аднаместная, то сустракацца можна ў ёй, прычым без абмежаванняў па часе. У астатніх выпадках, калі няма супрацьпаказанняў, дазваляецца гуляць па тэрыторыі. Для гэтага нават выдаюць дзіцячыя каляскі. Раньше все-таки нельзя было никому з родственников приходить, и на улицу мама с ребенком тоже не могла выходить, и уже первая встреча она происходила только после выписки малыша. Как вам новые правила? Спокойнее ли на душе, радостнее? Как папа воспринимает? Намного спокойнее. То есть папа очень сильно рад, когда он видит свою дочку. То есть для каждого человека, ну, видеть своего родного человечка, это уже как бы такой большой плюс. Да вообще, ну, круто. 10 гадоў таму пацыентка аддзялення для неданошаных дзяцей была Марыя Лісоўская. На 26-м тыдні яна нарадзіла дачку Марыну. Вага дзяўчынкі складала 840 грамаў. А дома ў Марыі была яшчэ адна дачка, якой на той момант было ўсяго 1,5 гады. Нягледзячы на гэта, жанчына 3 месяцы, не адыходзячы літаральна ні на крок, правяла ў бальніцы разам з нованароджанай. У выніку адказнасці і прафесіяналізму медперсанала, а таксама магутнай мацярынскай любові, веры і надзеі, дзяўчынка ўсё вытрымала. Зараз Марына вучыцца ў 5-м
9 классе, причем на выдатно. Спустя даже 10 лет я не могу об этом говорить спокойно, потому что это замиранием сердца. Спасибо большое нашей Ольге Зиновне и всей команде, которая позволяет нам быть, которая вселяет в нас веру в то, что мы сможем преодолеть все, что у нас вырастают такие замечательные дети, способные, развитые, очень интересные во всем. Они стремятся все узнать, они стремятся все знать. То есть они ничем не отличаются абсолютно от наших обычных детей, которых мы рождаем в 9. Но им нужна забота чуть-чуть больше, чуть-чуть любви той, которую могут дать оба родители. Не одна только мама, которая здесь именно и проживает. И тут папа должен видеть все то чувство, которое там находится мама вместе с ребенком, да, те же эмоции, те же переживания. Вот поэтому это самые чудесные, самые трепетные дети, которые настолько дарят свою любовь, настолько дарят свои эмоции, что, ну, их нельзя, кажется, хотел бы наказать за что-то, но ты не можешь, потому что эти глазки, эти заботливые лица, просто приходящие, обнимающие тебя, ну, это просто счастье, это рай. Спасибо, что есть такие учреждения, спасибо, что есть такие замечательные врачи, которые помогают нашим детям, которые просто дарят им жизнь. После здымочного дня, проведенного в отделении для недоношенных Гомельской городской клинической больницы номер 3, появилась думка об том, какой великой силой володуют наши мати. Женщины, которые разом с врачами смагаются за то, чтобы эти дети, шлях яких у нашем свете начался с покут и складанностей, выросли мощными, здоровыми и счастливыми. Марина Джалая, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».